Ну, к сожалению, это на самом деле есть, имеет место быть. Возникает множество фондов благотворительных, но деньги не идут по назначению, к сожалению. И таких фондов можно назвать прям, которые на слуху, которые известны. Я не буду этого делать, но как с этим бороться? Наверное, деньги должны идти по назначению, по прямому. Если я хочу помочь детскому дому или еще, я должен, наверное, это делать самостоятельно. Через фонд я, наверное, не решусь это делать.